Лютые морозы, посетившие Кузбасс в конце декабря, заглянут в регион вновь. Но пока только в ночное время. Метеозависимым жителям вновь придется несладко, ведь перепады температур будут достигать 20 градусов. Ночью с 9 на 10 декабря температура опустится до минус 25 градусов. Из-за резкого перепада температур первые рабочие дни могут показаться невыносимыми. Ожидается небольшой снег. В среду, 10 января, днем температура вновь поднимется до минус 7 градусов и незначительно упадет до минус 10 в ночное время. Также ночью на некоторых территориях региона ожидается сильный снегопад. Еще один бешеный перепад температур произойдет в четверг, 11 января. Температура воздуха днем может преодолеть нулевую отметку и зафиксироваться на плюс 3 градуса, чтобы ночью упасть до минус 20. Следующие дни принесут стабильные морозы до минус 15 градусов в дневное время и до минус 30 в ночное время. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от управления личным транспортом на дальние расстояния и воспользоваться услугами общественного транспорта. Если же поездку отложить нельзя, будьте предельно внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, а также скоростной режим. Пешеходам тоже надо быть внимательными при переходе через дорогу и обязательно убеждаться, что водители видят их и останавливают свои автомобили. Также водителям следует сократить количество перестроений, отказаться от опасных маневров и притормаживать на подъездах, поворотам и пешеходным переходам.